Всем привет, с вами Иллинойс, всех обнял, приподнял, покружил. У меня очередная серия по этому няшному Resident Evil под названием Heaven Dust. В прошлой серии мы с вами открыли потайную дверь, и теперь необходимо там... А, я уже все поставил, да? Сланец к себе в инвентарь, пойдемте туда его установим. Потом еще надо будет код найти от сейфа здесь. Ну, может быть, он где-то будет... Ну, по пути где-нибудь сейчас попадется нам. Так, это у нас левый кусок сланца, да? Вниз не могу использовать. Вы не можете использовать... Вон оно как. Получается, еще одна часть здесь лежит? В этом сейфе? Правильно же? Выходит. А монет-то у меня больше нет. Так. А где же тогда можно... Ну да, видимо... Это они указывают сюда. Здесь мы сланец взяли с вами. Нам нужно еще половинку, правую часть, чтобы собрать сланец целиком. И тогда уже... Мы сможем его туда воткнуть, и дверь откроется. 6... Да не может быть такой пароль, что 6.45 сюда. Да что ты будешь делать? Погибли мы. Всего там чуть-чуть наступил-то, и уже погибли. Чуть-чуть там большой палец ноги немножко укололи, и все. Он же умирает от него, он от этого. Да не может быть 6.45, да? Нет, не 6.45. 1. Да мы проверяли. 5.3. А ну-ка, секундочку. Я, наверное, догадался о пароле. Один. Два. Один, один, два. Два. Три. Один, два, два, три. Нет. Три, два, один. Так, надо последить за этими шипами, которые появляются. Один, один. Один, один, два, может быть. Один, один, два. Один, один, два. Один. Один. Один, два. А, один, два. Да не, ну не такой, не может быть такой простой пароль. Я проверял, уже не срабатывает. Так, а может быть там какая-то речь была о... Да нет, о статуе мы вроде бы разгадали этот пароль. Не пароль, а... Все как надо, их статуи развернули.
Один. Два. Три. Я думал как-то по шипам определить, только по последовательности шипы появляются. И такой пароль. Один. Два. То есть один, один, два. Один. Три. Может, два, два. Три. Да нет, не то все. Фух, интересно. А... Дневник Боба, потерянные записи. Ленинца что-то вроде, да. Он, возможно, наверняка был заперт. Так, дневники. Просидел в заперти, по никому не заражены. Комнату исследований. Так. Ну... Не знаю тогда, что делать. Так. Пока что не ясно. Какой может быть код? Там. Мы испытали... Ну, я испытал все которые коды я знаю. Так, а может быть... Генератор отсюда убрать. Взять, да. Пойдемте сходим сюда. Так, ну отлично. Теперь... Да не, никак не срабатывают эти статуи. Ну все, мы их повернули раз и все. Я думал, может быть, что-то с ними сделать. Один, один, два. Да какой же может быть пароль там? А если мы генератор здесь уберем? Ну здесь также, да, эти будут колючки появляться. Раз... Три, шесть, девять, может быть, что-нибудь такое. Три, шесть, девять. Три, шесть, девять. Девять, шесть, три. Не. Девять, шесть, три. Да нет, все не то. Подождите, может там по тем часам посмотреть? Интересно. Интересно, очень интересно. Какой может быть пароль? Так, втыкаем генератор. Идем сюда. А вот на часах, да, вот. И давайте посмотрим, может быть... Например, ну, сколько это? Я не знаю, сколько это. Час. Час 47, 1:47, не знаю.
1.47. Давайте попробуем 1.47. Один, 47. Один, 45. Ой, не. Сорок восемь. Да нет, все не то. Там бы сказали, что... По запискам, если смотреть... Где другая половина, для чего он используется? Ну, понятно... А где вот она? Неизвестно. Джерси, вирус очень мощный. Может, где-то я что-то пропустил первым делом. Пароль от сейфа в секретной комнате на свой счастливый день. Дневник Джерри 1. 08, да, получается? Ну, то есть, как у них идет там? 10-8, 10-8, да? Наверное, что-то такое. Да, 10-8, ребят, все, вон оно как. Ух! Теперь мы сейчас объединим два сланца между собой. Скомбинировать так, все, отлично. И идем тогда сюда. Все великолепно, да? Так. Тут зомби нет. Давайте посмотрим, что у нас тут. Пожалуйста, используйте IC-карту безопасности. Но у нас карты безопасности нет. Рабочие записи. Хотите прочитать это? Хотим. Мне все равно, кто из вас, идиотов, нацарапал пароль к области исследований на стене. Джимми, это серьезное нарушение порядка, даже если пароль не полный. Но здесь так не шутим. Удали это немедленно. Кроме того, паровые клапаны в последнее время работают странно. Будьте осторожны с ними. Нацарапал... Пароль к области исследований. Ясно, 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 ясно. Вот он, да? 7, 8. А какие другие цифры, мы не знаем. Так, что у нас тут? Инструкция. Использовать маховик в качестве регулирующего клапана для контроля выпуска пара. Квадратная опора. Так, а что-нибудь у нас есть туда запихнуть сюда? Интересно. По-моему... А что у нас там из предметов такое нужное нам? Вроде бы ничего такого. Ладно, идем тогда сюда. Сейчас надо... Да что ж такое, патрон трачу. Так, зомби. Ох, ох, ускорились как, а? Прям, посмотрите. Так, отлично. С этим мы разделались. Так, теперь с тобой разделаемся. Все, великолепно. Все, с этим зомби мы справились. Дальше пароль. Ага, пароль мы пока не знаем. Но как помним, 7, 8, а что там еще? Какая еще цифра, пока непонятно.
Здесь у нас пар. Здесь мы должны что-то сделать. Тут. Комната с двигателем. Рабочие записи. Нет, не хотим читать. Надо было гильзы взять, порох прикупить. Инструкция. Использовать маховик в качестве регулирующего клапана для контроля выпуска пара. Маховик. Квадратная опора. А у нас, интересно, есть что-нибудь, что можно приделать сюда и воспользоваться как, ну, клапаном? В качестве клапана что-то использовать. Так, здесь нет дверей никаких? Да, вроде бы нет, да? Карта у нас этой местности тоже нет. Так, сюда попасть не можем. 7, 8... Ну, какой это пароль там? Или 8, 7 там? Не-не-не-не-не-не-не-не-не, да что такое? Ну... Ну ты чё, выходить ты собираешься, нет? Нет. Он притерся к этому пару, отойти не может. Ну, тоже такие дела. Ну ладно, нас сюда выкинули. Давайте посмотрим. Ну у нас ничего тут нет такого, чтобы можно было использовать в качестве маховика. Может вентиль выдернуть? Да, давайте возьмем его. Читали уже. Так, там зомби ходят. Хорошо. Так, здесь мы используем вентиль. Все, отлично. И убрали пар. Шикарно. Теперь мы сейчас будем заразделываться с зомбятиной. Так, так. 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 Так, этот слег. А, вау, 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 вау. Да хватит там обжигаться-то. Да отойди от него просто, и все. А на зомби действует пара, интересно? Вот именно в тот момент, когда зомби пошел, пар перестал работать. Отлично. Так, скушаем. Так. Да что ж такое-то? Так, берем монету. Здесь берем патроны. Получай, лысый. Еще получай. Там слег, нет? Да, слег. Так, этого профессора валим. Хорошо. И нажимаем здесь. Ага. И вот пароль. 237. Окей. Отлично. Два, три, семь. И пароль нам надо вбить сюда, мне кажется. Два, три, семь. Нет. Тогда секундочку, значит... Пароль вбить надо. Или 732. Ага, 732. Вон оно что. Я просто думал, тут что-то нажать, но там я. Или подождите, там тоже был. Что-то можно было ввести, да?
и открыть этот шкафчик и в нем что-нибудь там полезное заполучить. Да, давайте здесь покрутим этот вентиль. А все, только покрутить и взять его можно. А здесь у нас, пожалуйста, а IC-карта здесь, все, я вспомнил. Ладно, так, ну пойдемте тогда туда. О, какой ты шустрый, прям видимо, очень голодный. Так, отлично. Забираем монету. Еще тут зомби один. Все шикарно. И дневник Стива. Читаем его, да? Дневник Стива 2. 1 сентября 97 года. Дождливо. С тех пор, как я прибыл в это учреждение, мне уже несколько раз делали прививки. Они говорят, что это для лучшей профилактики случайной вирусной инфекции. Все бы ничего, но от них у меня сильная сухость в горле. Кстати, реально ли сейчас вообще защититься от вируса Европа? 10 сентября 97 год. Солнечно. Я заметил углубление в 4 колоннах, которые находятся в большом зале. Углубление похоже на форму каких-то масок. Коллеги подсказали, что если я надену правильные маски, мне откроется секрет особняка. Ахах, любят же они рассказывать какую-то забавную чушь. 20 сентября 97 года. Солнечные кошмары стали проявляться реже. Но я не забыл об Эдже. Энджи, я собирал файлы о незаконных исследованиях, и меня застукал коллега. Хорошо, что он ничего не сказал, а просто вышел из комнаты. 23 сентября 97 года. Облачно. Коллега, застукавший меня ранее в столовой, передал мне записку. В ней были написаны электронная почта и имя женщины Айрис. Еще он сказал, что мы можем помочь друг другу, а затем в спешке удалился в неизвестном направлении. 24 сентября 97 года. Дождливо. Вирусный сканер в последнее время ведет себя странно. Несколько коллег снова были заперты снаружи. Машина сообщила, что был обнаружен вирус Европа. Мы позаимствовали вирус Экватор из ботанического отдела, чтобы изменить образец обнаружения и, наконец-то, высвободить коллег. Ясно. Гильзы пока не хочу брать, я гильзы. Система автоматического полива. Ошибка соединения труб. Анализатор образцов вирусов. Окей. Так. Ага, подойти. Но ту кнопку нажать не могу. Комната для сканирования вирусов. Окей, так. Давайте посмотрим здесь, что у нас еще. А это комната, где мы можем сложить все наши вещи. Сразу же начинает играть музычка такая приятная. Так, гильзы. Гильзы. Надо все-таки, наверное, порох прикупить. Патронов-то маловато становится. Дневник Стива 3. Читаем. Дневник Стива 3. 26 сентября 97 года. Солнечно. Мое приложение наконец-то работает. Мне установили личный компьютер. Райли принес мне несколько тропических растений, чтобы украсить компьютерный стол. Ох, чуть не забыл. Мне надо записать пароль для входа в учреждение. Он представляет собой набор изначальной буквы персонала плюс код ранжирования плюс код половой принадлежности. Персонал. Е... Менеджер L, мужчина M, женщина F. Так, а Стива надо будет посмотреть, кем он является, да? Я правильно понимаю? Буквы. 23 октября 97 года, солнечно. Я даже и не надеялся, но Айрис ответила на мое письмо. Она сказала, что отчасти связано с вирусным проектом, и спросила, не желаю ли я собрать данные для нее. Мы пришли к соглашению, она много чего знает, чего не знаю я, кто эта женщина.
2 февраля, 27 февраля 98 года. Облачно. Интернет снова отключили. Луи из технического отдела подозревает, что произошла поломка базовой станции в Восточном саду. Он сказал, что постарается решить проблему как можно скорее. Но уже прошло несколько дней, и его не видно, куда он пропал. А. Вон как все. Да не ной ты там. Сейчас я к тебе скоро доберусь, до тебя. Пообщаемся с тобой. Так. Дневник Стива. А кем он работает, интересно? С, наверное, да. Он менеджер. Ну, менеджер, что ли? СМ. СЛМ? Стив. Сейчас, секунду. Еще раз глянем сейчас. Так. Стив у нас... Не, не то. Стив, 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 С. Да где же? СЛМ. СЛМ. Ну ладно, попробуем. СЛМ. Нет. ЕЛМ. Нет. Е, да нет, ну это тут не подходит. Эльф. Так, ну я думал, что он пароль свой загнал сюда. Ладно, будем смотреть. Может быть, он не является менеджером, кем-то другим работает. Ворота заперты. Гильзы нам не нужны. Так, сюда не надо. Ну ладно, тогда идем сюда, к сканеру вирусов. Вы не можете войти, обнаружен... Чего? Какой вирус обнаружен? Вы чего? Обнаружен вирус? Вы не можете использовать вентиль. Ошибка соединения труб. Так, ну мы взяли цветочек. Первая помощь. Да, первая помощь нам не нужна. Вот порох, конечно, было бы хорошо. Давайте план особняка купим. Это вещь полезная. Тут у нас что? Пожалуйста, используйте IC-карту. Карты у нас IC нет. И порох надо бы прикупить, чтобы сделать патрончики. Давайте, наверное, так и поступим. А, журнал максимально увеличивает здоровье. Не, нам не надо. Нам нужен порох. Давайте приобретем пороха. Немножечко. Так, возьмем тут гильзы. Перейдем сюда. Комбинировать с гильзами. Получили патроны. Шикарно. Шикарно. Так, и порох сейчас мы куда-нибудь сюда свалим. Так, ну пускай, я думаю, столько патронов там хватит. Не-не-не-не-не-не-не, ты куда это выкладываешь патроны? Так. Здесь больше нигде ничего почитать нельзя, да? Интересно, интересно, интересно. А где вирус-то найден? Во мне.
Может быть, подлечиться? Ну, давайте попробуем так. Обнаружен вирус. Слушайте, а может быть... А что мы можем дать сюда? Анализатор вирусов. Может, траву надо какую-нибудь подпихнуть? Давайте попробуем. У нас красная трава, зеленая. Ну, зеленую траву возьмем. Так, а там говорилось, что-то они как-то подменяли, да? Ну-ка посмотрим, почитаем сейчас. Так, углубление. Мы позаимствовали вирус экватор, чтобы... ботанический отдел. Ага. Так, а где ботанический отдел? Северный сад. Комната с двигателем. Секретная комната наблюдения, уборная, подсобка, офис начальника. Комната с двигателем. А вот тут еще дверь есть. Ну-ка. Нет, с той стороны надо зайти. Вон она, дверь, увидел. Заперта с другой стороны. Как тогда попасть туда, интересно? Очень интересно, а как туда забраться? Статуя. А зачем нам статуя? Ну да, там секрет статуи, там мы вроде бы его и разгадали в саду. О чем была речь? Ну, я так понимаю, о чем будет речь в этом подсказке. Первая помощь, увеличить себе здоровье. Как-нибудь сюда мы не можем пробраться, да? Заперты ворота. Пожалуйста, используйте план особняка, первая помощь. Да первая помощь-то нам не нужна. Нам надо разобраться, где, как попасть нам. Значит, что-то с паролем здесь надо. Давайте глянем, а кем он был этим? Можно как-нибудь определить, кем был этот Стив? А Боб? Директор Боб. Он же директор был, да? По сути. ДБМ. Давайте попробуем этот пароль такой. Д, Б, М. Нет, не то. Так, а как он там говорил? Так. Он представляет собой любой набор изначальной буквы персонала. Собой набор изначальной буквы персонала плюс код ранжирования. Плюс код половой принадлежности.
Стив. А кем он был? Менеджером, да? Как понять это? Стив. Может, доктор? Столовый, записку. Может, доктор СДМ. Стив, доктор. Подождите, может, я что-то не так думаю? Секундочку. Так, еще раз. Менеджер L. Персонал. Employee. Все, я понял. Фу, я не так, я как-то... Я сейчас точки запятой сейчас увидел. Стив был. Персонал SEM. 7. Правильно? Ой, не то. Да? Все. Да, я просто не туда начал смотреть, я что-то как-то навыдумывал лишнего. Так, новое письмо, сетевое подключение отсутствует, старое письмо. Старое письмо Стиву. Привет, Стив, извини, но сейчас не время говорить мое настоящее имя. Что касается вируса, я могу поделиться с вами более подробной информацией. Вирус Европа был создан не просто из воздуха. Изначально вирус появился в племени Торкуе в Новой Гвинее. Там его назвали небесной пылью. Когда обнаружили в образцах крови людей из племени, обнаружилось, что клетки, зараженные этим вирусом, могут непрерывно, бесконечно делиться и помогать человеку восстанавливаться от травм, но при этом носитель становится чрезвычайно свирепым. После серии тестов небесную пыль доставили в Америку для исследований была основана одноименная компания. Вирус решили переименовать в Европу. Теперь этот вирус служит лишь для создания кровожадных падальщиков. Вот почему я хочу, чтобы вы собрали всю информацию об этом и разоблачили этих сволочей. И еще, что касается вашего вопроса по поводу четырех масок. Согласно вашему описанию, похоже, что это маски Таруэ. Я слишком долго была вдали от Новой Гвинеи, поэтому мне нужно еще кое-что изучить. И всю информацию я пришлю вам в следующем письме. Небесная пыль. Поверьте мне, этот вирус может превратить весь мир в сущий ад. Ясно. Вон оно как. Вон оно что. Погодите, персонал. А Боб? Давайте глянем Боба. Или... Все, уже пароль больше не ввести. Наверное, все. Так, ладно, разобрались. Разобрались с этим делом. Какая-то напряжная музычка началась такая. Большой зал у нас. Я думал, сейчас какой-нибудь босяцкий там по... Ау-ау-ау-ау, отстань ты от меня! Хорошо. Так, закинемся травкой. Так, окей, можем идти сюда теперь еще, ух. Здесь только небольшая, похоже, мы можете вставить в нее что-то такое, ну, что-то вставить. Так, это для масок место. Окей. Зажигалка мы хотим взять. Все, больше ничего интересного тут нет, да? А вот еще восковая фигура. Хотим взять. Инвентарь переполнен. Так, ну сейчас его немножечко подразгрузим.
Но у нас и этот ящик не бездонный. Хотя места в нем много. Зажигалочку, я не знаю. Ну давайте зажигалочку на всякий случай оставим. И сделаем сохранение. Да, я просто это SL. А там я это персонал-то Е не учел. Букву в том пароле. И чего? И, наверное, я зря это сделал, да? Хотя, может, и надо. Ладно, давайте возьмем его на всякий случай. И мы выходим с вами на улицу. Ну да, тут прям даже и звуки такие, как вот из в Резиденте. Такие, ветер дует там. О, зомби поднимается. Так, здесь что? Здесь от нас что требуется? С этим фонтаном. Бассейн времени. Ага, понятно. Здесь нужен вентиль. Ну и гильзы на всякий случай возьмем. По пути. Да, и он там еще. Или тут я собрал уже. Так. Сваливаем гильзы, берем вентиль. Где он тут? Вентиль. Все, решен. Пока тот идол, наверное, не стоит трогать. Так, великолепно. Гравировка с номером. 6, 12, ага. Я понял. Здесь давайте... Это что у нас такая? Это у нас патроны. Это у нас красная трава. Мы сейчас ее скомбинируем... Зеленый. Все, отлично. А здесь зеленая трава. Давайте возьмем. Там у нас как по здоровью? По здоровью у нас все хорошо. А если взять его? Этот идол. Нет, мы не можем использовать здесь. О, я думал, идол сюда надо поставить. Так, гильзочки. Давайте гильзы возьмем. Они нам не помешают. Так, а куда идти-то? Сюда ты... Ну, здесь мы не можем выйти. Окей, так, пока что, наверное, здесь нам больше делать нечего. Бассейн времени. Ну и все, да? Времени. Поставить время на 6.45, что ли? Но пока что нечего нам положить. Сюда. Так, и можем... Ага. Заперто на двери узор половина щита. Ага, во, комната отдыха. Да? Стой, камин.
Недостаток топлива. Не, я понял, а где это? Здесь такая музыка начинает играть. Где этот ящик? Будут там выползать. Нам бы это комнату с ящиком бы. Нет нигде здесь. Да что ж такое-то? Ага, вот еще статуя. Это что у нас? Болеутоляющая. Нет, не хотим пока что болеутоляющая брать. И вот еще одна статуя. Тут у нас что такое? А, ой, я не то сделал, наверное, да? А, ну там потом оно вернется на место, как я помню. А здесь что? Уголь. Нет, не хотим. Следы древесного угля. Что-то было размазано. Так, ну я думал, конечно, игра чуть поменьше будет по объему в плане прохождения. Тут оказывается, вон еще идти. Гулять и гулять. О, тут да, тут прям еще прям придется поблуждать. Так, ладно, пойду тогда вернусь в свою комнату, свалю все предметы и уже продолжим прохождение следующей части. Сваливаем, это сваливаем, это сваливаем сюда. Так, траву возьмем, порох возьмем, давайте патронов немножечко себе сделаем. Отлично. Так, и гильзы мы сваливаем. Все великолепно. Ребят, ну на этой ноте мы остановимся. Да, прям прикольненько все так идет. Я, если честно... Ну нет, наверное, маленькая, хотя двигатель... Ну, не сильно большая игра все-таки. Но я думал, что тот раз, когда я... А я не помню, я... Я просто не помню, я вот это... На этот блок обращал внимание. Ай! Я думал, что вот здесь, вот мы в которую комнату сейчас попали, а дальше там не будет никаких, ну, дальнейшего прохождения куда-то. Я думал, вот мы вот сюда-сюда заберемся, где тут вирус, все такое, и на этом игра закончится. Но нет, тут оказывается, побродить, походить еще надо, подумать будет. Ну, окей. Ребят, ну вот такая вот вышла серия. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами были Ленойз и игра Heaven Dust. Всем пока.